убили, не получив выкуп. В Днепропетровской области задержали троих подозреваемых в похищении и зверской расправе над 20-летним парнем. О трагедии сообщил на своей странице в Фейсбуке начальник областной полиции Виталий Глуховеря. Заложника похитили месяц назад в Кривом Роге. Все организовал бывший заключенный с двумя подельниками. Чтобы обеспечить свое алиби, он устроился на работу водителем маршрутки. У матери похищенного требовали 100 тысяч гривен. Не получив их, парня убили. Чтобы найти преступников, провели более 80 оперативных мероприятий. Об этом сообщают в полиции. Все подробности пока неизвестны, поскольку следственные действия продолжаются.